Семейные трудовые десанты проходят накануне Светлого Воскресения Христова и Радоницы на кладбищах. Анапчане отдают дань памяти и уважение усопшим, приводят в порядок места захоронения родных. А вот общее состояние территории – забота руководителя ритуального предприятия. Городское кладбище глава Анапы требует содержать в образцовом порядке. Работаем, все, подводим. В родительские дни стараемся. Анапчане отмечают, кладбище ухоженное, по всей территории стоят урны и контейнеры для сбора мусора. Мы не снижаем темпа, все чисто, все красиво. Я в день вывожу сейчас. Для того, чтобы с вывозом отходов не возникало проблем, руководство бюро ритуальных услуг оформляет необходимые документы. Подготовка к поминальным дням идет и на сельских погостах. Городские власти выделили каждому округу щебень для отсыпки подъездных путей. Так, порядка 40 кубов щебня ушло на отсыпку дороги к кладбищу в хуторе Куток. Столько же материала направили и на ремонт дороги в Бужоре. Здесь частично засыпали образовавшиеся ямы. Дорога каждый год она требует подсыпки, потому что это щебенка, ее раскат. Идет строительство везде, поэтому нужно каждый год ее обновлять, щебенить. Поэтому мы вот сейчас нам удалось, благодаря муниципалитету, вот нам выделили где-то около 80 кубов щебня. Мы их честно поделили на два кладбища, а закрытое кладбище Станица Анапская, оно находится вокруг асфальтированных дорог, там нужен ямочный ремонт. За порядком на сельских кладбищах следят местные жители. Отрадно, что среди них много молодежи. В преддверии Радоницы ежедневно несколько десятков человек совместно с администрацией округа убирают территорию. Мы посозвонились с администрацией, нас услышали. В первый раз мы убирались на горе, где сосновый лес. Там тоже была несанкционированная свалка. Нам выделили машину, приехала администрация, то есть мы все вместе, и начальство, и дети, и мы с мешками убирали лес. Сейчас вторая акция, вот, я думаю, мы на этом не остановимся, будем продолжать. В том же духе. Спасибо им за поддержку. На центральном кладбище Станицы Анапской также кипит работа. Селяне косят траву, собирают мусор. Администрация сельского округа договорилась с организацией сети «Кристалл», чтобы они выделили технику. Пройти, посмотреть, везде все ухаживают. Сейчас тем более вот перед Пасхой. Все работы на сельских и городских кладбищах планируется завершить до конца недели, чтобы, как говорят сами жители, светлый праздник Пасхи встретить в чистоте.